Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Ми продовжуємо говорити про вступну кампанію 2020 в Одеській юридичній академії. Радий вітати в нашій студії відповідального секретаря приймальної комісії Юракадемії Валентина Федорова. Пане Валентине, вітаю. Добрий день. Дуже непростий рік, 2020. Ніхто не очікував, що буде саме так, що майже вся діяльність піде в онлайн. Навчання, підготовка днів відкритих дверей. Наскільки я розумію, Одеська юрокадемія дуже гідно вийшла з цієї ситуації, нічого не зупинилось і йшло майже нормальним життям. Да, вы знаете, конечно, все оказались в такой непростой ситуации, и, наверное, далеко не все вузы смогли достойно пройти этот период. Почему? Потому что, наверное, наиболее адаптированным вузом к этому был Национальный университет Одесской юридической академии. Почему? Потому что, во-первых, у нас уже давно внедрены различные цифровые технологии в учебный процесс. У нас действует целый Центр кибербезопасности и цифровых технологий. У нас факультет кибербезопасности и информационных технологий, который успешно уже второй год действует в нашем университете. И вы знаете, ну, мы легко очень перестроились, потому что у нас адаптивные преподаватели. И у нас не только учебный процесс, вы правильно сказали, перешел абсолютно в 100% онлайн. У нас и госэкзамены сейчас вот на данный момент проходят в онлайн режиме. Это, вы знаете, у нас ну, различные даже председатели ДЭКов, да, это ну, достаточно высокий человек. Чиновники центральных органов власти, силовых структур, тем не менее, они точно так же входят онлайн, принимают участие в державном экзаменационном испыте. Ну и ну, этот процесс идет успешно. Что касается дней открытых дверей, то мы провели неделю открытых дверей. Сначала был день открытых дверей Национального университета Одесской юридической академии, который собрал рекордное количество, более 5000 абитуриентов. И каждый факультет нашего университета также провел свой день открытых дверей онлайн. И то количество людей, которые заходили, которые интересовались этим, ну, говорит о том, что наш университет востребован, наш университет не только в жизни, но и в онлайне действует успешно. И вы знаете, есть ряд примеров, даже личные примеры наших друзей, которые в других вузах учатся, и вот они задают вопрос, а как у вас происходит обучение? Ну, мы раз в неделю заходим в какой-то электронный кабинет, что-то там пишем, какие-то экзамены сдаем и все. А у вас? А у нас, я говорю, у нас полноценный учебный процесс. Вот если пара 8:30 утра, преподаватель выходит в онлайн в 8:30 утра, подсоединяется группа и происходит полноценный процесс обучения. Точно так же экзамены и все остальное. То есть мы прошли абсолютно успешно. Ну, не, я думаю, что наши студенты ну, особо не почувствовали какой-то там, знаете, не то что даже разницы, а пробелов в своем обучении. Почему? Потому что именно наш университет, президент университета Сергей Васильевич Кивалов максимально уделяет внимание качеству обучения. Ну, качество обучения – это лицо вуза, это то, ради чего вообще наш вуз существует. Именно поэтому, я думаю, что даже те студенты, которые в этом году получают диплом, они получают высококачественный диплом с, ну, с очень хорошими фундаментальными знаниями. Спілкувався з різними деканами, з різними викладачами. Скільки я розумію, деканати, факультети дуже відповідально підійшли до цього моменту, до дней відкритих дверей. Були там чат-боти, були віртуальні екскурсії. Тобто, щоб у абітурієнта, у якого немає можливості з поважних причин приїхати, там, до Одеси приїхати, до академії приїхати, але є можливість ну, поринути в цю там, пригоду і там, пройтись там, кабінетами юридичної академії. Так, да, просто... і ви дуже важливо заметили, що практично всі ці цифрові програми, практично всі ці нововведення, вони створені руками наших студентів и преподавателей, то есть мы не закупали какие-то дополнительные продукты и так далее. Вот чат-бот там, факультета кибербезопасности, чат-бот Национального университета Одесской юридической академии, виртуальная экскурсия онлайн, вот мы с Гуглом заключили договор, представили продукт, и сегодня, заходя на сайт нашего университета, вы имеете возможность ну, понятно, ознакомиться там с рядом вопросов, которые вас интересуют, но и в том числе пройти экскурсию онлайн нашим университетом и увидеть, даже если вы не можете присутствовать в стенах нашего университета, увидеть, что он из себя представляет. А это очень важно. Почему? Потому что по статистике обычно именно дни открытых дверей дают наибольшее количество будущих студентов в вуз. Когда человек приезжает в стены вуза, когда он видит, чувствует эту атмосферу, видит инфраструктуру, общается с преподавателями, высококлассными преподавателями, которые работают в нашем университете, он уже ну, в другое место он идти не хочет. Поэтому, конечно, здесь надо было как-то адаптироваться, надо было как-то привнести ну, вот это чувство, ощущение нашего университета в онлайн. Ну, мы постарались это сделать, мне кажется, что это сделали успешно. Нас дивляться багато батьків абітурієнтів і самі абітурієнти, які ось-ось вже почнуть складати ЗНО.
23 роки в Одеській юридичній академії, і все одно виникають питання у нових учнів, у нових абітурієнтів, їх батьків. Чому саме юридична академія має обирати талановиту молодь? Ну, во-первых, 23 года современности. Вообще Национальный университет Одесской юридической академии является именно... Мы являемся правопреемником Одесской школы права, да, 175-летний уже на сегодняшний момент практически. Почему? Потому что, когда была реорганизация юридического института, 99% преподавателей и студентов перешло в новосозданную Одесскую государственную юридическую академию. И в постановлении Кабинета министров было зафиксировано, что именно Одесская государственная юридическая академия является правопреемником Одесской школы права. Что касается новаций, конечно, соседствуя с традициями, с профессурой, с такими, знаете, мастодонтами права, ну не только право, это почему? Потому что в нашем университете есть и юридические дисциплины, политология, психология, социология, журналистика, филология, то это большой спектр дисциплин. Ну и самые лучшие из лучших преподавателей, конечно, в стенах нашего университета. Но точно так же мы же и растим и молодых кадров. У нас действует 5 специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. То есть вам не надо... Если вы решили построить свою карьеру, да, в науке и решили стать преподавателем, вам не надо никуда ехать. Вы можете все получить в стенах Национального университета Одесской юридической академии. Поступить, закончить магистратуру, поступить в аспирантуру, защитить кандидатскую диссертацию, поступить в докторатуру, защитить докторскую диссертацию и потом преподавать в стенах своего же университета, родного университета. Конечно, именно поэтому студент, приходя в наш вуз, он получает полный спектр образовательных услуг. То есть вы поступили, и вам не надо больше никуда поступать. Вы хотите дополнительные специальности получить, там, стать айтишником, да, пожалуйста, у вас факультет кибербезопасности цифровых технологий. Вы хотите стать филологом, пожалуйста, поступайте. Параллельно, вы можете, у нас есть такое понятие, как параллельная система обучения. Вы хотите получить диплом журналиста дополнительный, там, социолога, политолога, психолога, пожалуйста. Более того, у нас есть вуз-партнер, Международный гуманитарный университет, где также есть и медицинские специальности, и дизайн, и так далее. И действует программа лояльности, когда, учась в стенах Национального университета Одесской юридической академии, вы можете поступить в Международный гуманитарный университет и получить 30% скидку на обучение. Точно так же, обучаясь, например, на там, факультете гражданской и хозяйственной юстиции, вы поступили на факультет журналистики параллельно, вы также получаете скидку. Это все очень важно. Почему? Потому что сегодня наша молодежь, вы знаете, может ей даже где-то не доставать знаний, она хочет развиваться в различных сферах и направлениях, и все эти возможности дает именно наш университет. Завжди, скільки себе пам'ятаю, президент академії Сергій Ківалов, він підкреслював, що якщо ти обираєш юридичну академію, то після 5-6 там, років навчання у тебе є робоче місце працевлаштування. Важливе питання. Чи актуальна сьогодні така пропозиція, пане Валентин? Ви розумієте, це практично то, з чого починає студент. Приходя в стіни вуза, він должен, ну, он даже не может сразу не понимать, но точно хотеть трудоустроиться. Да, его какая задача? Получить диплом и получить хорошую высокооплачиваемую работу. Сегодня в законе о высшем образовании не прописана обязанность вуза трудоустраивать студента. И, кстати, президент страны недавно собирал ректоров крупных вузов и говорил об этой проблеме, что получается у нас нет даже какой-то, ну, программы, да, то есть мы обучаем студентов, там есть бюджет, хотя его практически его сегодня нет, но тем не менее, и мы дальше, что мы с ними дальше делаем? Люди выходят и не знают, куда им трудоустроиться, да, ну, вузы выпускают конвейером студентов, а что дальше? Куда идет этот студент? Торговать на рынок, это тоже профессия, но если ты получил диплом инженера, то ты должен работать инженером. И именно наш университет отличается, наверное, выгодно отличается от большинства вузов нашей страны тем, что у нас заключено огромное количество договоров и с Государственным бюро расследований, и с НАБУ, и с Министерством внутренних дел, с Генеральной прокуратурой, с Министерством юстиции, с огромным количеством телекомпаний, с даже вот молодой факультет кибербезопасности, заключен договор с Департаментом кибербезопасности, заключен договор с Департаментом Министерства инфраструктуры, куда уже наши студенты, закончив университет, получив диплом, могут быть трудоустроены. Помимо самой программы трудоустройства, существует программа стажировок и практики, да, то есть, обучаясь на первом, втором, третьем курсе университета, вы имеете возможность, получив теоретические знания, пойти в тот или иной орган, в ту или иную организацию, получить соответствующий практический навык, ну и даже для себя определиться, хотите вы работать в прокуратуре, или, может, вы хотите быть журналистом и так далее, да, и эти возможности предоставлены у вас уже с первого курса. Когда вы получили диплом, я вам скажу больше,
очень большое количество студентов еще на стадии обучения уже трудоустроены. Почему? Потому что у нас они, ну, получают очень хорошие знания, и они уже являются высококлассными специалистами, и получение диплома – это формальность. То есть он его получил, но он дальше продолжает свою работу. У нас существует программа индивидуальных графиков, это для тех, кто учится в магистратуре, это 5-6 курс, да, как правило, тоже они уже трудоустроены. То есть ВУЗ максимально настроен на то, чтобы предоставить вам хорошие теоретические знания и обеспечить вас работой. Ми говорили про вступ, говорили про працевлаштування, але є 5-6, там, може, більше років навчання. І от головний такий чинник успішного навчання – це умови. Я завжди, мене асоціюється академія там, з комфортними аудиторіями, завжди сучасними. Так воно і в 20-му, і в 21-му році має бути, пане Валентине. Я вам скажу, що у нас і в 20-му, і в 21-му році, от смотрите, зараз достатньо тяжела ситуація в країні в цілому. І ми дивимося, огромне кількість вузів продає свої території, там, або закриває здання, закриває общежитие. Сьогодні ми проводимо масштабнейшую реконструкцию нашей спортивной инфраструктуры. Там, в том году летний большой спорткомплекс на 8-й станции Большого Понтана. Сейчас зимний спортивный комплекс. Мы утепляем общежитие вот здесь на Академической 2. Меняем окна. В том году утепляли корпус и проводили, ну, внедряли абсолютно новые технологии в процесс отопления. Мы единственный вуз в стране, а, по-моему, и в Европе, которые внедрили программу «Зеленый университет», который включает в себя огромное количество солнечных коллекторов. Для чего? Для того, чтобы наши студенты могли круглый год получать горячую воду и отопление в общежитиях. Ну, мы знаем, что такое зима для Украины, да? И, наверное, мы единственный вуз, который не должен закрываться на ключ, а который дает возможность даже в это тяжелое время и суровое время быть обеспечены нашими студентами комфортными условиями. Это и горячая вода, и отопление, и в корпуса это все проведено. То есть вуз развивается. Почему? Потому что руководство университета, президент университета Сергей Кивалов, он понимает, что когда вы, ну, как родитель, отдаете своего ребенка на обучение, вы, ну, как минимум хотите, чтобы условия его проживания, питания, да, и обучения были не хуже, чем которые вы можете ему предоставить дома. Поэтому ребенок приходит в комфортабельное общежитие, он спокойно живет, спокойно может там заниматься. В течение процесса обучения у нас действует огромное количество студенческих кафе и столовых, которые действуют по самому современному, ну, знаете, ну, они построены по самому современному слову, но и процесс приготовления пищи, он тоже находится под соответствующим контролем. Но мы сами, преподаватели, питаемся именно у нас. Поэтому студент максимально обеспечен этим. Это одна сторона медали, вторая сторона медали. Учебный процесс. У нас крупнейший в Украине читательный зал, крупнейший в Украине библиотечный фонд. Самое главное, он оцифрованный. То есть помимо того, что вы можете работать с учебниками, вы можете в онлайн-режиме через компьютер получить доступ в любую библиотеку мира и получить тот материал, который вам нужен. То есть в этом смысле, конечно, мы точно и в 2021, и в 2030, дай Бог, году будем всегда впереди планеты всей. А дуже змістовна інформація. Дякую вам, Валентине. І все ж таки, наостанок хотів би, щоб вже ви запросили абітурієнтів. Вони розуміють, що куди звертатися. Є так інтернет-сайт, щоб нікого не втратили з абітурієнтів. Ну, знаете, лучший пример – это свой пример. Я могу ратовать за свой университет. Почему? Потому что я в 2000 году вступил в стены Национального университета Одесской юридической академии. И сегодня уже, слава богу, 2020 год. Я и работаю, и продолжаю обучение, дополнительное образование. И в стенах родного университета. Вся моя семья, начиная там, с брата, с жены и всех остальных, работают и учатся в Национальном университете Одесской юридической академии. Огромное количество наших знакомых, детей, что кто бы ни спрашивал, они поступают в наш университет. Почему? Потому что они знают, что это знак качества, а самое главное, о чем мы говорили с вами. Получив диплом нашего университета, вы можете быть трудоустроены в любой точке земного шара. В любой. У нас есть и успешные адвокаты в Америке, и в Канаде, и в Европе. У нас огромное количество людей работает в различных европейских крупнейших структурах. Да, там, начиная с европейского права по правам человека до высшего уголовного, верховного уголовного суда, высшего уголовного суда. То есть огромное количество наших студентов работает по всему миру. У нас же
существует программа, когда лучшие профессора, адвокаты приезжают в стены нашего университета, читают лекции для наших студентов. Поэтому мы не просто вуз, который находится на Украине, мы вуз международного, огромного международного уровня, который сегодня взаимодействует с вузами США, Европы и обменивается студентами, имеет программы двойных дипломов. И наш студент сегодня — это студент не просто студент, ну, государства Украины, это студент мира. То, почему? Потому что, выпустившись в Украине, он может работать в любой точке земного шара. И это тоже немаловажно. Почему? Потому что сегодня, ну, идет процесс глобализации, и не все хотят работать в Украине, кто-то хочет выехать за рубеж, но он точно так же будет там востребован и успешен. Конечно, я не призываю никуда уезжать, дай бог, чтобы все имели возможность работать в Украине, тот спектр рабочих мест, который необходим, мы обеспечим, поэтому всех абитуриентов, без сомнения, мы приглашаем вступать в стены нашего университета. Я еще раз повторюсь, это и Национальный университет Одесской юридической академии, и Международный гуманитарный университет, наш вуз-партнер. Ждем вас с распростертыми объятиями, вы ни разу не пожалеете о своем выборе. Дякую, Валентина, успехи вам, всем вашим коллегам. С вами был Виталий Хемій, залишайтесь на телеканалі «Репортер», на все добре.